Концерт своей базовой комплектации можно было бы назвать «А ну-ка, девушки». И это не случайно. Кова Расва или «Твердый жир». Финская зверо-хардкор-группа, на три четверти состоящая из девчонок. Их уже заносило не только в Евротуры, но и в Латинскую Америку. Да и в России, матушки, они будут уже второй раз. Прекрасные люди, бомбят совершенно яростный оголтелый музон. Вам точно понравится. Хиус. Сравнительно свежая формация из Хельсинки. В музыкальном плане это отсыл к панк-андеграунду 80-х. Да еще и с женским вокалом, что совершенно прекрасно. Совершенно точно придется по вкусу адептам, ностальгирующим по старому звуку и ретро-хардкору. Итак, концерты состоятся 18 апреля Великий Новгород, 19 апреля Санкт-Петербург, он же Питер, 20 апреля Петрозаводск,